смотрите телеканал Рудана, в эфире «Мир Кувалки». Всем привет! В студии Лера Федичкина и Ваня Пустовит. Лера, ты просто обязана послушать мое творение. Какое еще творение? Я сочинил песню. Что-то я не припомню, чтобы ты посещал музыкальную школу. А зачем мне школа? Вот слушай. Стоп. Это ты послушай, кто на самом деле сочиняет музыку. Мой папа может придумать музыку. Иногда может мама придумать. Но всегда я придумываю себя дома. Послушаю какую-то песню, потом ее перепеваю целый день почти. Исполнители. Музыкант, композитор. Дирижер. Поэт. Дворник. Оркестр. Композитор. На пианино сыграть – это тоже иначе песня. Почувствовать ее внутри себя. По нотам может музыка идти. Например, песни может люди петь по нотам тоже. Которые, могут петь на разных инструментах. Например, на гитаре или там, еще, или на пианине. На скрипке может сыграть тоже ноты. Если совместить все игравшиеся инструменты, можно создать одну группу. Музыканты. Деминские. Животные могут тоже песни сочинять. Пятачок. Волк там, когда на луну смотрит. Классная шапочка. Снегурочка. Я думаю, актер. Может быть, Киркоров даже. Да, жаль, что мою музыку забраковали. Но ничего, я выучу нотную грамоту и выпущу свой альбом. Ни капельки в этом не сомневаюсь. А мы пока будем слушать Потапа с Настей и Шакиру с Ванечкой. Но почему именно их? Потому что это мои любимые исполнители. А мне нравятся Ария и Григорий Лепс. А мне еще Псай и Валерий Меладзе. А мне? Ну что мы спорим, Вань? У каждого свои вкусы. Давай тогда узнаем, что нынче слушает юное поколение. Самая лучшая песня народная. Про натурального блондина. Классическую. А-ля Вагнера. Люблю Лепса. А не Лёрок. Забираю это небо. Для меня сирикотки пусть бегут. Песня Винни-Пух. Опа, Комнастар. Это такая песня, там так круто. Тетя Ёлка. Группа Мими. Мими. Я сейчас не помню совсем. Джингл Беллс. Полякова Шлёпки. Настя Потап. Чундра. А сердечко бьется. У меня из мультиков Маша и Медведь, не одна на свете кошка. Леди Гага и Ани Лорак. Мне нравится коротенькая песенка «Кыч-кыч-кычуня». Филипп Киркор. Ой, Николай Басков. Мне нравится песня из мультика «Маша и Медведь». Мне нравится песня, которую мы сами сочинили. Прям напасть этой музыкой. Что такое? Наш сосед снизу просто обожает слушать хэви-метал. Да так, что стекла дрожат. Я тяжелый металл тоже уважаю. Уважаешь? Это прекрасно. Но я надеюсь, ты его не слушаешь ночь напролет на полную громкость. Нет, конечно. А я вот почти наизусть знаю репертуар Morbid Angel и Divarment. Так включила бы Веру Брежневу в ответ, да погромче. Пробовала. Не помогает. А теперь инструкция от наших друзей тебе в помощь. Надо сказать, чтоб чуть-чуть прикрутили музыку. Уменьшить звук. Я лучше по голове дам. Кричать надо. Можно еще в полицию вызвать. Пойти и сказать, чтобы они выключили музыку, а больше чуть тише сделали. Сами сделать громко будет. Заклеить рот скотчем. Взять в окно камешками. Мама, папа, пойдите разберитесь. Можете сказать... Может, это потише. Уши можно закрыть. Покричать на них. Надо взять какие-то затычки и их, в уши их туда сунуть. Давай поставить в уши. Или в наушниках можно включить музыку и слушать. Наругать их.
Ну или взять что-то тяжелое и ударить, если говорят нет. Можно вызвать милицию. Надену наушники и зайду в свою спальню. Наша песенка спета. С вами были музыкальные Меркулы. Пока!